27 это разве раньше? Тем более они еще не начали. Ну, теперь у нас что, протестовый момент есть. Теперь если... Нет, ну почему, коллеги, да. Thank you.
Thank you.
там билет. Вот. Оле! 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 Состоялся в Воронеже 9 сентября и закончился победой со счетом 3-0 Шарипов Дубровин. Слава Богу, молодцы. Орать не надо. Огонь, дождь. Души! Потеболеть! Вон, ну тут есть наши пацаны тут. Между камиками. Нет! Хорош, поддержка. Я поддерживаю. Опа!
Авангард! Авангард! Заодно покажу. А вам как-то... Ваня.
Я не знаю, я снимали. Thank you.
Дима! Дима! Я здесь! Штанга! Штанга! Оно! Мочи! Знаешь, поэтому я еще не то скажу. А, это правильно. Пока сука не загребется, блядь. Я Украину построил, блядь. Украину построил. Молодец! 500 тысяч получаешь, дальше стать не можешь. Я убежал, блядь, давай. Нет, там я только не буду туда. Пересадите. А ты убежал? Надёжно. Хуя, нет. Выгляди меня там. Нет, надо посадить. Да не, камера. Да, ну там же пусть там, тогда парни, смотрите, пожалуйста, на экран. Спокойно, да. Нет, не ходи. Там сидит. Все, я не ходи. Мы сослужим. 25 лет уже. Счет 2-0 в пользу Витязя.
Завершается матч между «Спартаком-2» Москва и «Подолье». За 2 минуты до окончания встречи счет 6-2 в пользу «Спартака-2». Авангард! Авангард! Авангард!
бесплатной дороги, и что же зарплата? Рапорт там на берегу, а я вот посреди дома. И думаю, там где-то идти. Мне пора. Наш мяч, давай! Вперед! Вперед! Хорошо, молодец! Давай, 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 давай! Давай! Молодец! Пошел! Давай! Хорошо, лево, гляди! Лево! Лево! Давай.
Оранжевая. Да, правильно. Дальтоник. Оранжевая. Глаз дальтоник, оранжевый. Молодец! Вы
бей! Давай, ори, ори, делай, делай. А повтор можно сделать, а? А где повтор? А где повтор? А где повтор? А где там мол? Волейболисты прямо, Какие наши, Даша, я кушаю, мы горские все девушки. Какие наши, наши, наши? А где наши? Наши разъемные. За всем, за всем! Давай! Александр Криворучко, номер 23, номер 26, Виктор Строев, номер 20, Александр Антипенко, номер 4, Никита Тимошин, номер 10, Ильнур Альшин, номер 47, Андрей Сальников, номер 18, Дмитрий Соколов, номер 25, Константин Гарбов, 77-й, Артем Печенов, капитан команды. Главный тренер команды «Факел» Александр Иванович Корешков. Команда «Авангард Густа». Ворота хозяев защищает Сергей Жидеев, номер 90. Номер 19 – Алексей Фарапов. Номер 30 – Сергей Морозов. Номер 4 – Александр Куликов. Номер 22 – Александр Бойков. Номер 17 – Денис Синяев, капитан команды. Номер 5 – Игорь Бороздин. Номер 28 – Евгений Духнов. Номер 10 – Артем Муртасов. Номер 15 – Иван Подоляк, номер 88, Павел Лисиков. Исполняющий обязанности главного тренера команды «Авангард» Игорь Александрович Беляев. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Денис Заботин, город Москва. Помощники главного судьи Вячеслав Тарасов, город Тула. И Валентин Мурашов, город Москва. Резервный судья Игорь Князев, город Курск. Инспектор матча Виктор Григорьевич.
Пушкин, город Москва. Уважаемые любители футбола, вчера у защитника «Авангарда» Антона Рудакова родился сын. Наше поздравление! Оле! И он принял. Я сам их принял. Что это опять как? Вань, его осталось. Пошли!
Чуваки, наши наши, я славимся! Молодец, Кулья! Выгоняй, Кулья, там в поле! В поле удален Никита Тимошин, номер 4. Команде «Авангард» замена. Вместо Артема Митасова, номер 10, в игру вступил Владимир Грифель, номер 77. Давай, Башо! Дави, дави, дави! Ребята, играйте, стоять, где вы кресло? Помилуйте.
Если еще
Thank you.
Тамбов-Сокол 1-2. Динамо-Брянск
метанол УВИКСа 2-0. Давай, давай! Ура! Вообще это не носки, а гетры. Да нет, не знаю. Ой, хорош, не! 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 Не!
Вело 2-0, да. Молодцы, блядь! Да.
эту хуйню. Давай, кривоплохи, здесь! Fuck you! Держи!
окончании матча конференция на северной сегодня Да, 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 да
Ну все вроде. Да, Петра.